Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Поражение первенцев. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль во всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью, и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.